Обычно на ночь съедают киви. Китайские ученые провели исследования и официально подтвердили, что плоды киви значительно улучшают все параметры сна. В европейских странах, чтобы крепко спать, врачи советуют на ночь съесть совсем или немного морепродуктов. На Руси испокон веков для крепкого ночного сна пили мусы из арашки, теплые воды с медом, а также соки из темных и темных ягод, включая вишню. Историки утверждают, что вишню наши предки культивировали еще со времен Киевской Руси. А вот виноград, также способствующий крепкому сну, на сегодняшний день он считается одним из самых эффективных природных снотворных. Человека нормализует, пищеварение, перистальтика нормализует, и у него он огонь снижает, когда человек будет спокойнее. Когда спокойнее, у него очень хорошая энергетика получается. Врачи-натуропаты ценят в винограде не только ягоды, но и лозу. Считается, что по ней течет особенный божественный эликсир. А чтобы сами ягоды отдали организму все полезные вещества и стерили чрезмерную энергию, к ней нужен особый подход. Виноград нужно правильно принимать. Специалисты уверяют, что виноград самостоятельно будет, а не десерт. Лучше его душа отдельно кушать. Если утреннее время, лучше кушать как из еды и зерна. После обеда самое лучшее время – это 5-6 часов вечера. И у нас очень хороший, много виноград, лучше, чем в Индии. Сон – это лучший утешитель и исцелитель. Недавно в авторитетном журнале Американской медицинской ассоциации JAMA были опубликованы результаты исследования, что постоянный прием снотворных препаратов наносит вред мозгу, центральной нервной системе и может стать причиной старческого заболевания, чего, естественно, не скажешь о винограде и виноградном соке, который с древних времен пили для крепкого сна. Известно, что в отличие от вина, ягоды не лишает рассудка. Еще знаменитый римский поэт Вергилий указывал на то, что виноград укрепляет здоровье молодых и память старых. Сегодня люди забывают не только о молодых рецептах, но и о самом важном. Полноценная еда является главным лекарством от всех болезней. И еще. По мнению ученых, чтобы мозг не терял жидкость и восстанавливался от травмы, нанесенной вирусом, нужно постоянно заставлять его думать, читать, решать сложные творческие и математические задачи, включая шахматные этюды, отгадывать кроссворды. Что в кишечнике у нас идет и выработка иммунитета, и идет усвоение всех питательных веществ. Последние новости за одну минуту. Пленники Азов-Конкорд на свободе. Бойцы ДНР освободили экипаж корабля. Сколько минут тут у нас разорвалось? Страшно. Больше месяца украинские террористы удерживали их в плену. Когда вода на вес золота пробирается под свист снарядов, жители попасть.